Люди, у которых нет ни цели, ни мечты, не осознают всего вкуса жизни. Они становятся слабее, сама жизнь становится скучной и неинтересной. Я всегда думаю интуитивно, что был бы я таким, результат не порадовал бы в реальности. В основном, на пути к достижению цели всегда препятствует страх. Я смог понять, что страх не имеет никакой связи с реальностью. Чтобы иметь полноценную жизнь и успешную карьеру в будущем, я поставил цель изучить китайский язык и поступить в университет в Китае. Отбросив все лишние сомнения, я решил изучить китайский язык. И я пришел сюда, в Chinese KZ. Я начал изучать китайский язык в Chinese KZ. Честно говоря, мне было очень трудно. Я почти тратил все свое время на изучение китайского языка. Бывало так, что мне ночью снились китайские иероглифы. Пока у меня есть возможность, желание, цель, мечта, я буду идти вперед. У меня есть все, чтобы получить образование. И вот поэтому я достоин гранта от Chinese KZ.